Я вижу, некоторые братья и сестры зашли чуть позже первой молитвы, перед которой нам напомнили благословенное время Израиля, когда Господь был их вождем. Это облако. Я думаю, все сидящие здесь знают, что это такое. Как оно необходимо, это облако. Господь говорит, вы храм Бога живого. В другом тексте, вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Соломон в свои лучшие годы молился. И когда прозвучало это слово об облаке, я вспомнил некоторые моменты из этой молитвы, где он просил Бога, тот Соломон, который называл себя отроком малым, он изменился с течением времени, не в лучшую сторону. Ну, что есть, то есть. И он называл себя отроком малым. И он просил за свой народ, и он просил за иноплеменников, которые придут и будут просить Бога, и им воздай, просил он Бога. И когда будет засуха, и когда будет война, и когда отступит твой народ, ты со своих небес, просил Соломон, посмотри и прости, и помилуй. И мы с вами в этом образе молитвы, приходим к Господу, просим этого облака, говорим о своих нуждах, их много. Мы будем молиться, церковь будет молиться. Я не хочу церковь ставить на первое место. Господь впереди, церковь. Ну, там есть в Писании такие слова, и что и в проломе, и другое такое. Ну, первое, я хочу сегодня обратить внимание на милость Господа, что Господь всегда... Господь впереди, Он прощает, Он дает благословение, Он милует, Он Господь милующий. И перед нашей молитвой вы знаете нужды, ну сколько у нас нужд. Первое уже было озвучено, что нам нужно прославить Господа, воздать Ему честь, славу, благодарение, поклониться Ему. И, конечно же, нужды, куда мы их денем. Эти нужды и апостолы перечисляют в посланиях, и сам Христос говорит об этих нуждах. И мы их прекрасно знаем, и вечером, и утром мы молимся нуждам. Мы молимся за своих детей, мы молимся за своих домашних, мы молимся за общество, в котором живем, за соседей, за церковь, за государство, за общество, за всех человеков, в конце концов, как рекомендует апостол Павел нам молиться, за всех человеков, за тех человеков, которых мы не знаем и никогда не видели в лицо, и вряд ли увидим, мы молимся о них, потому что Господь нам сказал молиться. Кроме того, нам нужно молиться еще за обижающих и гонящих. Благословляйте гонителей ваших. Как вы это делаете, я не знаю. Я не знаю ваших слов. Но думаю, что и это присутствует в молитвах детей Божьих, в молитве церкви. За тех, кто запрещает, и за тех, кто гонит. И молиться надо. Сейчас мы не видим этого. Но духовными глазами мы много чего видим. Мы с братьями разговаривали сегодня в братской. И один из проповедников недавно нам рекомендовал читать также между строк. Это очень хороший совет, потому что времени у нас не так уж много. Между строк мы первую строку прочитали, вторую, а между там что-то написано. Нам нужно молиться. Сегодня утром я читал вот эти строки из книги, такой маленькой книги из трех глав, с пяти, простите, глав состоит. Это «Плач Иеремии». Сама книга говорит о том, что здесь написано. И там такие слова есть, что 3 глава, 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Слава Тебе, Господь! Верность Господа. Даже если вы не верны, мы, я имею в виду себя, Он остается верен. И тут, знаете, есть люди, я не в упрек или там какой-то критики, говорю, есть люди, которые, они не знают даже, что есть Библия.
И в Израиле такие люди. Не знаю, где есть Библия, где написано, но милосердие Господне, о котором здесь пишет пророк Иеремия, и милость его, и они не исчезли. И они сегодня проснулись. И придет время, и они будут благодарить Господа, потому что мы или церковь молимся о всех человеках. Здесь перед тем, как пророк говорит вот такие слова, что по милости Господа мы не исчезли, он перечисляет бедствия свои, и которые ему приходилось претерпевать. Я не буду их перечитывать. Может быть, вы когда-то захотите сравнить свою жизнь с жизнью пророка Иеремии и почитаете. Но еще раз говорю о милости Господней, потому что сегодня воскресенье, и многих из вас, да, наверное, всех вас я видел в такой в будничной обстановке, или, может быть, даже в рабочей обстановке, и немножко одежда, или такое вот состояние, когда воскресенье, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что здесь нет ни одного человека, который не посмотрел бы сегодня утром в зеркало. В том числе и я посмотрел, так, немножко, ну, нормально, нормально, да? Есть тут зеркало у нас. И нормально или нет, вы скажете себе, когда я прочитаю некоторые строки, и другие братья уже прочитали, и еще будут прочитаны в это зеркало, чтобы у нас не получилось так, как предупреждает апостол Иаков, что есть человек, ну, я не знаю, о ком он пишет, который посмотрел в зеркало, отошел и забыл, и ушел. Есть такие рубашки у меня, у которых воротник вот так он немножко на пиджак ложится. Я его прячу, и я думаю, приду в церковь, еще посмотрю, потому что, ну, что скажут, уже, вот, уже так, уже неприятно смотреть на человека так. Это то же самое зеркало. Мы смотрим, чтобы мы не забыли. Мы, бывает, забываем, мы, бывает, пренебрегаем. Или как-то относимся с легкостью. Ну, сказал, да и сказал. Может, что-то будет, может, еще что-то скажет. И Господь говорит сегодня. И слова, которые мы будем молиться в этой молитве, и дальше еще будут молитвы у нас сегодня в церкви. Хотел бы еще напомнить из пророка Осии некоторые слова. Они часто звучат в этом стихе, в этом контексте, о котором я говорю. Пророка Осии, а так, ну, мало мы слышим. В основном Новый Завет больше читается, псалмы читаются. Такие пророки, как их называют, большие пророки. Не то, что по величине своей какой-то, а то, что у них больше написано, они первые. Там идут малые пророки. Пророк Осия. Вот там, где я прочитал плач Иеремия, милость его обновляется каждое утро. И даже для тех людей, которые не просили об этой милости. Здесь Осия обращается к Божьему народу, и он говорит, что «Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему». Это 14 глава книги пророка Осии со 2 стиха. «Ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». И здесь сразу идет ответ Господа. Пророк, обращаясь к народу, говорит, вы говорите, говорите Богу. И вот эти даже слова, которые «отними всякое беззаконие и прими во благо». Точно так ли мы будем молиться или что-то подобное? Но мы будем произносить сегодня слова, кто-то в сердце своем, кто-то громко будет молиться. Будем обращаться к Господу и просить о Его милости. И для всех людей, для всех человеков. И здесь я уже упомянул, что ответ идет 5 стихом. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них». Ну, я не пророк, я не сын пророка, но я читаю слова Господни, которыми он обращается к народу Божьему. И сейчас я, ну, не говорю, что вот так вы отпали там или что-то еще. Я просто говорю, что, и напоминаю из пророка, что он говорит,
надо говорить к Господу. Говорите и обратитесь к Господу. Для этого мы сегодня приходим сюда, на это место, и в другие дни, когда церковь собирается. Для этого мы упоминаем и облако то, которое у нас в душе, которое охватывает всю церковь, когда идет молитва. Облако, которое благословляет нас. «И я, и вы не исчезли по Его милости». Еще несколько стихов из Священного Писания. Наверное, у каждого человека, и у вас, у меня есть такие моменты, когда так думаешь, рассуждаешь о днях прошедших, о молодости. Потом, ну я, молодые, у них не надо о молодости рассуждать, это их настоящее время. И вспоминаю, и я так думал, друзей своих вспоминал, некоторых из них нет уже в живых. И думал, и так, да я вроде бы был и неплохой человек так, но не так же сильно и так в тюрьме не сидел за преступление. И, ну, молились там, да, молились родственники, мать молились, ну, может быть, это как-то помогло. И так, знаете, расслабился. И сразу же, не знаю, секунды или что, мне Господь напоминает, я не то что думаю, я знаю это Он, потому что если я вспоминаю какой-то текст Священного Писания, то это Господь мне напоминает. И сразу Ефесянам 2 глава. Ну, может, кто-то и наизусть помнит, там такие строки, которые... Ну, трудно, чтобы они не затронули внимание верующего человека, или вообще невозможно, потому что без того апостол Павел концентрируется здесь на этом и говорит, вообще все священные писания говорят о чести об этом, здесь он концентрируется, и первый же стих здесь говорит. Я первый помню, а потом дальше, ну, я так помню содержание, а чтобы дословно, и я вспомнил и вас, мертвых, и я подумал, снова прочитал, и вас, а пятый стих апостол Павел говорит, и нас, он включает в себя, и вас, мертвых. Ну, так как словами Писания, что же скажем? Вы видели, или мы, конечно же, видели, ну, я маленьких детей не включаю, мертвеца. Вот такой, вот это ты был хороший, говорит Господь. Мертвый. Ходил, ел, что-то еще делал и был мертвый. А он, 4 стих, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Слава Господу! Я не умоляю молитв тех, которые молятся за тех, за людей неверующих, как мы их называем. Я не умоляю других действий, которые мы думаем, что ведут ко спасению. Но главное для меня, во всяком случае, думаю, я найду единомышленников и здесь. Бог богатый милостью. Вот так лежал мертвец. Он по своей милости поднял его своей любовью и сказал, иди, иди и приноси плод. Будем молиться. И, ну, иногда, может, чаще, реже, когда мы просим благословения, то за царей, за начальствующих молимся. Сегодня давайте и в этой первой молитве, потому что мы без, ну, я и не хочу их так и на очень большую высоту начальствующих, как здесь вместе в этом, так в штате, так в государстве. Но о них говорит Священное Писание, что за них нужно молиться.
За них нужно молиться. И, ну, я не знаю слово. Ну, благословлять, конечно, благословлять. А как это практически будет Бог делать, ну, мы увидим потом, потому что мы будем молиться. И там в послании к римлянам говорится, я уже упоминал, что благословляйте гонителей ваших, но не проклинайте. Одно короткое замечание еще перед молитвой, как молился апостол Павел. Здесь у него в посланиях, да и у Иисуса Христа, были такие короткие молитвы, что, ну, несколько слов. Помните, о Лазаре мертвом он молился, и он говорил: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Я и узнал, и знал, что ты услышишь меня, но для этих людей говорю: «Лазарь, выйди вон». 10 слов молитва. А основная молитва: «Благодарю тебя, Господи», и в конце говорит: «Лазарь, выйди вон». Вот такая молитва. У апостола Павла есть такие восклицания в посланиях, которые можно приравнять к молитве. Как вы будете благословлять гонителей, еще раз говорю, это вы должны знать. И может, если не знаете, то Писание научит, как я сказал уже, что это зеркало. Или молиться эти правительства. И, в общем, если сказать, то весь мир лежит во зле. Апостол Иоанн говорит, весь мир лежит во зле. Значит, каждая страна лежит во зле. Правительство этой страны тоже, ну, затронуто, какой страны больше, какой меньше, таким вот, вот этим злом, в котором лежит мир. И трудно не подвергнуться, или не, чтобы зло не оказало воздействия и на начальствующих в народах. И мы молимся. И, ну, зло... Я, может, в другое время как-нибудь, отличая, есть зло, есть трагедия. Вот эти несколько стихов, которые я хотел упомянуть, что апостол Павел имел такого знакомого, которого имя было Александр. Это второе послание к Тимофею, 4 глава. И он пишет Тимофею: «Александр Медник много сделал мне зла». И там, и далее о том, что я упоминал, короткая молитва такая идет. «Да воздаст ему Господь по делам его». К Господу же обращается он? Или просто желание его такое? Как мы сегодня желали бы, чтобы облако это сходило на нас и больше в нем пребывать. «Да воздаст ему Господь по делам его». И Тимофею говорит: берегись его и ты. Вот я не могу сегодня учить так, как учил апостол Павел, и говорить, что тем, которые вам сделали зло, и, конечно же, да воздаст ему Господь. И тут не нужно между строк читать, тут в строках написано, что желает апостол Павел, чтобы Бог показал меднику, что есть зло, а что добро. Ну, может быть, в дальнейшем Господь и показал ему, этому Александру, может быть, он стал верующим. Да воздаст ему Господь. Я вас не учу так молиться, но, может быть, в правительстве есть разные люди. Апостол Павел знал имя этого человека. Мы иногда не знаем этих имен, но если захотим, то можем узнать. И дальше он пишет и продолжает вот это короткое обращение к Тимофею и говорит: при первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Вот такая ситуация сложилась в жизни апостола Павла. Думаю, в жизни каждого человека верующего приходит момент не однажды, что вот такое, как и пророк говорит, один остался. Ну, это такая, может быть, видимость только, что один остался, Господь с нами. И он говорит: все меня оставили. И другая молитва, вот противоположная молитва, другая молитва, которая тоже заканчивается восклицательным знаком. Вот там «да воздаст ему Господь» стоит восклицательный знак. Это что-то значит. Знаки препинания в Библии, там ни одна черта или ни одна йота. И говорит: «да не вменится им». То есть Господь пусть их помилует. По какой причине их не было? Ну, мы тут он не написывает. Кто-то опоздал, кто-то не узнал, кто-то намеренно ушел, он говорит, и кто-то даже возлюбил нынешний век, ушел, он говорит, не уменится, он просит за церковь.
просит вот этими короткими словами. И мы с вами предстанем в молитве к Господу, помолимся, поблагодарим Его за милость, попросим Его о наших нуждах, попросим Его о наших верховных властях. Я не знаю точно или не буду называть имена, но и в правительстве есть люди, которые гораздо делать злое. И там идут дебаты, и там идут какие-то пререкания, и там есть люди, которые ходят в церковь, и там вы можете увидеть человека, который стоит с Библией, а издает законы совершенно другого порядка, и мы должны молиться за них. Давайте поблагодарим Бога за Его милость и попросим Его о тех нуждах, о которых я сказал. Lord, brothers and sisters. Слава Богу, братья и сестры. I'm thankful to be here this morning in this house of the Lord. Я благодарен быть сегодня здесь в доме Господнем. And to tell you the truth, I was kind of worried as brother Volodya was mentioning Jeremiah. И честно признаюсь, я немножко запереживал, когда брат Володя упомянул место из Иеремии. And I thought he was going to share my sermon, and I'm just sitting there saying, Lord, I know you work great things and you put topics together. Я начал переживать, начал молиться, думаю, Господь, я знаю, ты совершаешь великие чудеса и ты помогаешь, составляешь темы. So, I want to, it's a passage in Jeremiah chapter 12 that I read and I kind of formed the sermon today. И место, которое я читал в Евреи 12 глава, я создал как бы тему. It's the Old Testament, and it's an awesome passage because so many times we focus on chapter 1 of Jeremiah where we see God has called them from the womb. И это с Ветхого Завета, и мы часто только смотрим на первую главу Иеремии, когда Бог призвал его от еще чрева матери. And we know the story of Jeremiah, that he was called to be a prophet of God. И мы знаем, что Иеремия был призванным быть пророком. He was called in the womb before he was formed. While he was being formed, he was already called out. Его Бог уже избрал, выбрал, когда он еще был в чреве своей мамы. God told Jeremiah to go speak to the nations. Бог говорил Иеремии идти и говорить народу. A little backdrop, a little history of Jeremiah. He was called to the southern tribe, which is called Judah. И немножко биографию. Он был избран пророчествовать народу иудейскому. Because the nation of Israel was split at this time, and Jeremiah was doing the prophetic work at that time. Израиль был разделен на две части. Его Бог послал говорить иудеи. And the but the people of God that he was preaching to or speaking to. Но народ Божий, люди, которым он Бог говорил. They didn't want to hear him or what he had to say. Они не хотели слушать его и что говорил им пророк. They wanted to live the way that they were living. Они хотели жить той жизнью, как они раньше жили. They wanted to do what they wanted to do. Они хотели делать дела, которые совершали раньше. And we see Jeremiah is calling them out, and he's saying that God was going to judge them, and that they were a people of God but living in the world. И Иеремия призывал их, и он им пророчествовал, что они не живут правильно перед Господом. And the people didn't like what Jeremiah was saying. И людям не нравилось то, что говорил им Иеремия. And we read in several passages that he is in a sense being persecuted, he's being beaten, and Jeremiah was persecuted for doing what God had asked him to do. И мы читаем в этих главах, что его казнили, то есть его над ним издевались, потому что он говорил слова Господни. And we come to Jeremiah chapter 12. И мы приходим к Иеремии 12 главе. And in verse 1 goes like this. И стих. Jeremiah chapter 12 verse 1. Righteous are you, O Lord, when I plead with you. Yet let me talk with you about your judgments. Why does the way of the wicked prosper? And why are those happy who deal so treacherously? Первый стих. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою. И однако же буду говорить
с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? And we see here Jeremiah has a question or a prayer to God, and he's praying these words. И мы видим, Иеремия задается таким вопросом, и он молится этими словами. And he is praying, Lord, why are those that are doing so treacherously, why are they so happy? Почему он обращается к Богу, говорит, люди, которые делают беззаконие, они счастливы. Why do these messed up people live so good? Почему эти вероломные так живут прекрасно? Why do these wicked people seem to be so blessed? Почему эти негодные люди, они так выглядят благословенными? In a sense, the question maybe arises in your heart this morning too. И может вопросы такие задаются у нас сегодня. When you are looking around your circumstances or your situation. Когда мы смотрим вокруг в нашей ситуации. And we are stressed out about our finances. И у нас стрессы появляются о наших финансах. And while your neighbor is living a good life, who is washing his car currently right now? А твой сосед во время воскресное благоденствует, и он мыет машину в это время. You are on your way to church in a car that is barely maybe making it. Ты едешь на машине, может быть, которая еле едет. Well, maybe your neighbor is currently washing his boat that he is putting away for the winter. А может быть, твой сосед, он мыет свою лодку, и он уже готовит ее на зиму. And we kind of look and we say, they're mean, they're rude, but they get all these good things. И мы смотрим на них, мы завидуем и говорим, у них есть все так прекрасно. We see here Jeremiah was upset with God. И мы видим здесь Иеремия, он был недоволен с Господом. We read verse 2 and it says, you have planted them, yes, they have taken root, they grow, yes, they bear fruit. You are near in their mouth, but far from their mind. Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. And we can see here Jeremiah saying, "You have planted them, Lord." Иеремия здесь говорит, ты насадил их. They have taken root and they're growing, and they're in a sense they have this fruitfulness in their lives. Они пустили корни, и в их жизни есть эти плоды. And Jeremiah is saying, God, that they're doing well because of you. И Иеремия говорит, Господь, они благоденствуют, потому что из-за тебя. And we see here that they talk about God, but God is far from them. И мы видим здесь, что они говорят о Боге, но Бог далек в сердцах их. In a sense, they have the church talk, but not the church walk. Они как бы ведут жизнь церковную, но они не живут этим. And we just see this prayer that Jeremiah is praying to God. И мы видим эту молитву, которую он возносит Богу. And Jeremiah is praying, God, why am I struggling? Why am I trying to do these things? Иеремия говорит, Господи, почему у меня проблемы, я перехожу эти трудности. And he's praying, and I just see it in his heart. He says, you have called me to do this, yet I am still struggling. Ты меня призвал это совершать, но я изнемогаю. And then we keep reading further, and we see that Jeremiah does an unusual request in his prayer. И когда читаем главу дальше, мы видим, что Иеремия делает прошение невероятное. In verse 3 he says, but you, O Lord, know me, and you have seen me, and you have tested my heart toward you. Put them out like sheep for slaughter and prepare them for the day of slaughter. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание и приготовь их на день убиения. We see here that maybe the flesh of Jeremiah is starting to come forward and say, Lord, just get rid of them, destroy them. I don't want to, in a sense, see them anymore. И в этом стихе мы видим, как бы плоть воинствует, и она говорит, Господи, удали этих людей от меня, просто уничтожи. But this, the next part that we read here is what inspired me to share this message, what the Lord spoke to me.
Но следующий стих, который говорил сердцу моему и что вдохновило меня говорить на эту тему. And it's verse 5. И это стих 5. And the Lord answers Jeremiah in his prayer. И Бог отвечает Иеремию и в его молитве. And verse 5 says, if you have run with footmen and they have wearied you, then how can you contend with horses? Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? In a sense, God knew what he was doing. В других словах, Бог знал, что он делает. And I was kind of reading this story, and I'm like, Lord, in a sense, what do you mean by this verse 5? И читая эту историю, я немножко задавался, что ты имел в виду в этом пятом стихе. And I slowly started picturing different movies and, you know, stories that we read about, about wars and armies. Я начал немного представлять себе, может, о кинах, которых мы видим, о войнах, о больших армиях. Back in those days when nation would war against a nation. В те времена, когда нации, они восставали на другие, they would first send out the foot soldiers. Они вначале высылали пеших солдатов. They would send out thousands and thousands of them. Они высылали их тысячами. They would first, you know, they would, so that they would send them out and so that they could wear out the other army. Они их высылали рядами, чтобы они утруждали своих врагов. They would first gain grounds and they would make them tired and they would fight this battle with the foot soldiers first. Они таким образом окупали эту землю, которую они пришли овладеть, и таким образом они нападали на своих врагов. And then they would send the next wave of stronger armies. И потом другой волной солдатов они высылали, чтобы противостоять этим врагам. Which would usually be the chariots and the horsemen. И эти уже были солдаты на, обычно на конях или на лошадях. And I kind of read this and the Lord was trying to say to Jeremiah this word. И Господь говорил Иеремии эти слова. That God was trying to say the things that you are going through. Вещи, которые ты проходишь сейчас. In a sense, the things that you want to run from. Вещи, от которых ты хочешь убежать. In a sense, maybe the things that you are trying to run from currently in your life. Вещи, которых ты пытаешься избежать сейчас в твоей жизни. Maybe the calling that God is calling you in your life. Призвание, которое Бог призывает в твоей жизни тебя. Or maybe the different decisions, or maybe the college that you are trying to run from. Или разные выборы, которые ты должен сделать, или колледж, который ты пытаешься избежать. Or the relationship that you're trying to run from. Или отношения твои, которых ты пытаешься разломать. Or something that you're trying to run from what God has called you to do. Или ты пытаешься уклониться от того, к чему тебя Господь призвал. That God is saying that those are the foot soldier issues that you're trying to run from. Он говорит, вот эти вещи, это вот эти пешие, можно сравнить, проблемы, которые ты встречаешь. That those are small issues, Jeremiah. Это еще маленькие проблемы, Иеремия. The stuff that I have for you, says the Lord. Вещи, которые я имею для тебя, говорит Господь. To Jeremiah is surpassing these foot soldiers. It's much greater than these small footmen. Они намного больше, намного большие, чем вот эти пешие солдаты. And as the Lord was speaking to Jeremiah, и когда Бог говорил Иеремии, and the Lord is speaking to you maybe today, are you going to allow a foot soldier? И Господь обращается к тебе сегодня, позволишь ли ты этому солдату, который ходит, in a sense, to come into your life and rob you of the calling or the destiny that God has for you? Позволишь ли ты ему прийти и украсть вот это призвание, которое Господь имеет для тебя? God had called Jeremiah to contend with horses, or in a sense to compete with something greater.
Бог призывал Иеремию, чтобы он сражался не только с пешими, но даже и с этими колесницами и что-то больше. It says, if you have run with foemen and they have wearied you, how can you even think of contending with the horses? Если ты с пешими бежал и уже изнемог, как ты будешь соревноваться и состязаться с конями? God had called Jeremiah to compete with the horses. Бог призвал Иеремию, чтобы он состязался с конями. But the beautiful thing is that the foot soldiers get you prepared for the horses. Ну что прекрасно, эти пешие солдаты, они готовят тебя к этим колесницам. In a sense, they prepare you. В другом смысле, они тебя подготавливают. And another thing is, I was kind of reading and just kind of trying to imagine this scene in my mind. И читая это, я представлял эту сценарию в своем разуме. Another important thing of these foot soldiers. Что еще важно от этих пеших солдатов? Is that they reveal that you are going in the right direction. Они показывают тебе, что ты направляешься в правильное направление. You see, and in a sense that when the enemy attacks, когда дьявол, когда враги, они нападают, issue after issue or problem after problem, challenge after challenge, проблема за проблемой, трудности за трудностями, or struggle after struggle, это борьба за борьбой. It means that, in a sense, the enemy, это в других словах значит враг, is trying to wear you out. Он пытается тебя одолеть. Because he doesn't want you to be going in the direction that you are currently going. Он не хочет, чтобы ты шел в направлении, в котором ты идешь. He wants to distract you. Он хочет отвлечь тебя. He wants to discourage you. Он хочет разорить тебя. So that you walk away from what God has called you to do. Чтобы ты отошел от того, к чему тебя Господь призвал. The things the enemy tries to put in your way, these foot soldiers to wear you out or to, in a sense, challenges to discourage you from what God has called you into. Враг посылает этих пеших на твоем пути, чтобы они тебя уклонили, чтобы тебя свели с того направления, с того пути, на который Бог тебя поставил. The things that you face, the foot soldiers. Те вещи, которые ты встречаешься, этих пеших солдатов. And then some of these examples, I was just kind of thinking about that, in a sense, they kind of sometimes even distract us from what God has called us into. И хотел бы немножко еще посмотреть на те вещи, которые мешают нам идти за Господом. And so many times that you come to maybe a gathering or an event. Много раз мы, может быть, приходим к какому-то собранию, которое какое-то общему. And someone doesn't say hi to you. И тебе с тобой даже не поздоровались. You get discouraged. И ты просто разочаровываешься. And you harden your heart. И ты свое сердце ожесточаешь. That's a foot soldier. Это пеший солдат. You know, those small things that somebody didn't bring me attention, or somebody has maybe more followers on Instagram and you feel a little bit worthless. Может быть, тебя не уделили внимания, может быть, кто-то имеет больше внимания, чем ты, это тебя гневит. Maybe you didn't get the credit, but somebody else did for what you have done. Может, тебя не заметили, кто-то получил награду за то, что ты сделал. That's a foot soldier. Это пеший солдат. Or maybe you don't understand fully the language, or you don't understand, or you can't grasp the concept of what is being spoken, and you get distracted. And и может быть ты полностью не понимаешь то, что говорится, из-за языка тебе трудно все словить и понять. Or maybe some small gossip that someone has been spreading or sharing, and you let it sink in your heart. That's a foot soldier. Или может быть какую-то сплетню кто-то послал о тебя, и это тебя зацепило, это солдат пеший. That you have to recognize, dear church, and I have to recognize this. Дорогая церковь, мы должны это увидеть и понять. That foot soldiers that come into your life.
вот эти пешие солдаты, которые приходят в нашу жизнь, that try to steal what God has prepared for you. Которые пытаются украсть то, что Господь приготовил для тебя. The enemy has come to steal, kill and destroy. Ибо враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. But God has come so that you may have life and life more abundantly. Но Христос пришел, чтобы ты имел жизнь и имел жизнь с избытком. So I just want to encourage us all this morning is so when foot soldiers come into your life, когда эти пешие солдаты приходят в твою жизнь, you have to be able to look at it and bind them in the name of Jesus and say that I have something greater that he has prepared for me. Ты должен смотреть на них и связывать их во имя Иисуса, потому что Бог приготовил больше для тебя. And you know how many times it's such a small problem that the enemy tries stopping you from the calling that God has placed in your life. И как много раз что-то маленькое сбивает нас с того призвания, которое Бог дал для нас. Something doesn't go as the way that we desired it to go, and we just want to give up and give in and say, I don't want to do this anymore. Что-то случилось, мы просто хотим уже сдаться. Мы говорим, я не хочу это больше делать. That I've done this ministry year after year, and I can't take it anymore, it seems like. Что я делал этот труд уже год за годом, и я ничего у меня не получается. And if these soldiers are making you weary, how can you contend with the horses? И если эти пешие солдаты тебя уже, ты же снемогаешь, как ты будешь соревноваться, состязаться с конями? The enemy is trying to stop you from the calling that God has placed in your life. Враг, он хочет сбить тебя с того призвания, которое Бог тебя поставил. But as we keep reading this passage, the next thing that foot soldiers bring. И если мы читаем это место дальше, эти пешие солдаты что-то с собой приносят. You just got to know that the next thing that's coming is the foot soldiers are letting you know that there are the horses that are coming behind them. Они дают нам знать, что за ними идут еще войска сильнее. And what do these horses mean? What do they represent? И что эти кони значат, что они представляют? They're stronger than humans. Они сильнее, чем человеки. They're faster, they endure long distances in heat and hotness and coldness. Они быстрее, они могут преодолеть больше, чем человек может в жаре или в холод. They're almost, that's why it's referred to as horsepower, that there's just this much strength in them. Вот почему много часто говорится о лошадиной силе, потому что там много. And if the foot soldiers got you weary, и если тебя пешие солдаты, ты уже не мог с ними. The only way that you can face these horses, единственный момент, когда ты сможешь одолеть этих лошадей. Because you cannot do it on your own. Потому что ты не можешь это сделать сам по себе. You cannot compete, you cannot contend with the horses by your own strength. Ты не сможешь соревноваться с конями своей силой. You do not have what it takes. У тебя нет этой силы. So then why does God call me to contend with the horses? И почему Бог призывает меня состязаться с конями? Why is God calling me to, in a sense, to compete with something that is already growing me weary, these foot soldiers? Почему я должен состязаться с чем-то большим, когда меня вот эти пешие солдаты уже, я уже не мог? If I cannot compete, if I cannot contend with a horse, it's something stronger and faster and mightier than I am. И я не могу состязаться, они лошади быстрее, что сильнее меня. Because it's God's desire. Но это Божье желание. To give you what you do not have. Дать тебе, что у тебя еще нет. To do what you are called to do. Amen? Совершать то, что, к чему ты был призван. Аминь. Because God doesn't want you operating on your own power. Бог не хочет, чтобы ты делал это своими силами. He doesn't want you to do it with your own flesh. Он не хочет, чтобы ты делал своей плотью. To bring about his kingdom business. Но чтобы его царство распространялось. He wants you to depend on him for the power and strength you need to overcome these horses. Он хочет, чтобы ты уповал на него, на его силу, чтобы ты преодолел этих лошадей. You are going to need his power to overcome. Тебе нужна будет его сила, чтобы победить. Are you over your head right now?
забитый ты выше головы уже. Maybe that is exactly where you need to be. И может быть в этом месте ты должен находиться. Because what's over your head is under his feet. Amen. Потому что что над твоей головой, это под его ногами. Аминь. Since you are in Christ. Когда ты во Христе. It's not your power, it's not your glory. Это не твоя сила, это не твоя слава. It's because you are in Christ Jesus. Потому что ты находишься во Христе Иисусе. So when you are in Christ, when the enemy sees you, когда ты во Христе, дьявол видит тебя. All they see is the glory of God on you. Они видят славу, которая славу Господню на тебе. So that you can say to the enemy that God has called me to this calling that I'm fulfilling. И ты можешь сказать врагу: я в Господе, и я могу исполнить то, что Он меня призвал делать. And that is the position that God wanted Jeremiah to be in. И Бог желал, чтобы в этом положении находился Иеремия. For Jeremiah to understand that, yes, I'm grown weary of these daily circumstances or these problems. Иеремия, он изнемогал от этих проблем, которые приходили в нему день за днем. But as God spoke to him, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nations. Но как Бог сказал Иеремии в самом начале, что Он избрал его для народов. And the Lord said, "Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you," says the Lord. И Бог сказал ему: не бойся их, потому что я твой избавитель. And He said, "I will put my words in your mouth." И он говорил: я дам слова в твои уста. That if you think, if you're going to allow these foot soldiers to overcome you, then I cannot do what I have called you to. Если ты позволишь этим пешим тебя одолеть, я тогда не смогу исполнить, к чему я тебя призвал. The Lord had to get Jeremiah into a position to understand that in order to compete with the horses. Бог ставил Иеремию в такую ситуацию, чтобы он понял, чтобы ему состязаться с лошадьми. You know that in those times where things are a little bit difficult, в те времена, когда трудность, that when the times were, in a sense, going back to maybe a year ago, времена даже возьмем год назад, that in the land of peace, as we read in verse 5, and if in the land of peace in which you trusted they wearied you, and how will you do in the floodplain of Jordan? Когда страна была мирна, ты был в безопасности, что будешь делать в наводнении Иордана? Dear church, while we still have these moments where we are facing just these footmen. Дорогая церковь, когда мы находимся в моменте, когда встречаются нам вот эти пешие солдаты. How will you be able to withstand the people when it is going to be tough? Как мы устоим пред людьми, когда станет еще труднее? How will you be able to do in the floodplain of Jordan, where the enemies are just going back and forth? Когда это наводнение Иорданское придет, что мы будем делать тогда? And the Lord is trying to prepare us, church, dear families, dear brothers and sisters. И Господь готовит нас, братья и сестры. That in the times when things were good. Во времена, когда было все безопасно. When I had plenty of time to get in the Word of God. Когда было достаточно времени углубляться в Его Святое Слово. Then when I had plenty of time to attend church services. Когда у нас было много возможностей посещать служения. And if you were wearied when things were easy. Но и ты изнемогал, когда еще было свободно и легко. How will you be able to contend when these doors might have to get closed down? Как ты будешь соревноваться, если придется эти двери закрыть? Will you be able to stand and run with the horses? Сможешь ли ты устоять и состязаться с лошадьми? When maybe just these foot soldiers are overcoming and taking you out. Когда эти пешие солдаты приходят и разбирают тебя. Stand firm. Стой твердо. And hang in there. И держись. Because the battle is the Lord's. Потому что битва Господня. We need to put our trust in Jesus Christ. Мы должны доверяться нашему Иисусу. Our power and our strength comes from Him. Наша сила и наше упование приходит от Него. We need to learn to put our trust in Him.
Мы должны научиться доверяться Ему. To put all our faith and hope in Him. Доверять Ему и верить в Него. Because the battle is the Lord's. Потому что это битва и война Господня. So many times we want to fight, we want to stand up for it. И много часто мы хотим сами воевать и сами воюем. And many times with our flesh we do overcome. И много раз своей плотью мы, может быть, одолеваем. But that puts us in a difficult position because then we are self-sufficient and we can do it on our own. Но это ставит нас в опасное положение, потому что мы сами это делаем. We are able to call our friends who are stronger to help us get out of the situation when we needed to trust in the Lord to help us get out of that. Мы созваниваем друзьям, и мы выбираемся из каких-то проблем, но наше первое обращение должно было к Господу. Since you are in Christ, как вы во Христе, it's not your power, it's not your glory, it is because Christ Jesus is in you. Это не твоя сила, не твоя слава, потому что Иисус Христос живет в тебе. And we need to live this life victorious. И мы должны жить этой жизнью победоносной. We need to keep pushing forward. Мы должны продвигаться вперед. We need to know that yes, when we overcome this, to know that there's going to be something greater that's going to come. Мы должны сознавать, если мы пришли эти трудности, больше придут. Then know that the horses will be right there too. Лошади, они будут идти. And you are going to need His power. И нам нужна будет Его сила. So while we still have that time. И как мы имеем это еще время. While we still have the opportunity to renew in His strength. Когда у нас есть возможность обновляться в Его силе. And that when we can come to church services that we have throughout the week and month, Sunday nights and Sunday mornings. Когда у нас есть еще возможность приходить на служение. To be renewed with His power. Обновляться в Его силе. To come in the assembly of others to be encouraged by one another. Собираться в Его служении и быть благословенными. To join the fellowship and the assembly and the army of Jesus Christ. Присоединяться к Его телу и к Его Божьей армии. And to fight this battle that He has called us into. И вести войну, к которой мы были призваны. And to strengthen up and to gear up for the times when we contend with the horses. И чтобы мы укреплялись в силе и могли противостоять, состязаться с конями. And then when we have to go into these floodplains of Jordan and we have to compete there. И если придут на нас реки эти иорданские, мы сможем устоять там тоже. That we have this power and this, in a sense, that we have a history with God that He comes through in every situation. У нас есть сила, потому что мы обновляемся у Господи, и мы можем это преодолеть. Like David, when he was able to overcome the small battles in his life. Как Давид, он смог преодолевать свои маленькие проблемы в жизни. The only way he was able to contend with his horse, Goliath. Один из путей, почему, один путь, почему он мог противостоять этим лошадям в его в жизни, это был Голиаф. David was knew that when those foot soldiers came, that bear, that lion. Когда эти пешие солдаты приходили, этот ведмедь или этот лев. He knew he could trust in the strength of the hope of his God. Он знал, что он мог доверяться и надеялся на Господа. That it wasn't because of his accuracy and his speed and his strength. И это не потому, что у него было хорошая цель, и он был метким. But he knew that God came through in those moments, and he knew that God was going to come through in this moment also. Но он знал, что Бог приходил в эти моменты, и он придет на этот раз. You are going to need His power, dear church. Дорогая церковь, нам нужна Его сила. So let us not grow weary of these footmen. И давайте не уставать от этих пеших. Let us not lose hope like Jeremiah almost did. И не терять надежду, как Иеремия почти потерял. But God has prepared something greater for you and I. Но Бог приготовил нечто большее для тебя и меня. Those gossips, those things that are being spoken about you, press forward. Эти сплетни, люди, может, говорят что-то негативное о тебе, продолжай стремись вперед. Because God has called you to contend with horses.
потому что Бог призвал тебя состязаться с конями. God has called you to something greater. Бог призвал тебя для чего-то большего. And with that, I want to close. И с этими словами я хотел бы заключить свой путь. Let us not grow weary. Давайте мы не будем унывать. But keep going in this battle that He has called us into. Но будем идти в эту битву, которую нас Он призвал. And with everything, let us give Him all that we have. И все, что мы у нас есть. Because He is worthy of it all. Отдадим Ему славу, потому что Он ее достоин. Amen. Аминь. Дорогая церковь, слава нашему Богу. Уже много было сказано и в пении, и в слове, но мы еще постараемся выслушать, что Бог положил мне на сердце, и мы будем молиться. Название моей проповеди сегодня «Любишь ли ты меня?» Я не говорю о себе, но однажды Иисус, не любить меня, однажды Иисус спросил Петра, «Любишь ли ты меня?» И сегодня каждого из нас Господь спрашивает на этом месте, «Любишь ли ты меня?» «Любишь ли ты меня?» Потому что любовь, она будет испытана. Сегодня, когда я смотрю на людей, когда я об этом говорю, я не говорю только о нас, о нашей церкви, ну вообще в христианстве, люди становятся такими минималистами. Ну, что спасает? Если то не спасает, то не спасает, я не буду перечислять много чего не спасает, то давай я буду делать только то, что, ну, то, что спасает. Остальное, раз не спасает, что я даже буду тратить на то время. Мне нравится, один проповедник однажды сказал такую мысль, что хорошо, когда наши лодки бывают без рыбы. Помните, когда они рыбачили всю ночь, и они вернулись с этими пустыми лодками. И он говорит, слава нашему Богу, говорит, если бы они были полные этой рыбы, может быть, Иисус в эту пустую лодку не вошел, они бы поехали на базар где-то, продали бы этой рыбы, еще, может, больше лодки купили, и пошло бы оно, поехало. Что это говорит нам? Бывает, твои планы в твоей жизни, ты так их хотел, ты чего-то добивался, но дверь была то закрыта, чтобы Бог вошел в твою жизнь совсем по-другому. И ты молись, и ты спрашивай у Него, и Бог тебе ответит. Мы пели такой псалом, я записал слова, «В моем сердце есть мелодия, це мелодия любви». Слава нашему Богу! Коринфянам 13 глава говорит о любви. Любовь – это не чувство. Мы некоторые, вы больше даже, может, уже меня уже, знаете, прожили, когда, да, молодые говорят, вот такая у нас любовь, невозможно их рассоединить до свадьбы, вот они идут. Но потом, слышишь, бывают такие моменты, там, неделя развод, вложили на свадьбу такие большие деньги, еще какой-то срок, и задаешь вопрос, была ли это любовь? И я так размышлял. И я пришел к такому выводу, что там любви вообще никакой не было, а была одна похоть. Они думали, это была любовь, но это была похоть. И этот пузырь, он лопнул, и она его уколола, он его. И если была бы настоящая любовь, никаких проблем бы не было. Бы не пришли, пошли бы дальше. Но раз была одна похоть, то там все разрушилось. Поэтому Господь сегодня, когда мы живем в наше время и идем, Он нам задает всем вопрос, «Любишь ли ты меня?» И это также меня все касается, я задаю себе этот вопрос и исследую свое сердце, и вы, идя по жизни, и когда сидите, размышляйте, как я докажу Господу, что Ему скажу я, что я люблю Его. Коринфянам 13 глава говорит, что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Другое, что я заметил в жизни и в своей, и других людей, что то, что человек любит, он всегда находит для этого время. Мы, бывает, говорим, вот не хватило времени. Бывает, да, так оно, такие моменты. Но я все равно вижу, что то, что человек любит, он всегда находит время, провести там время. И вы каждый размышляете, вот,
Надо работать 6 дней, может больше, много часов. Пришел домой, осталось у меня час. И у тебя есть... Как ты проводишь это время? Я даю гарантию, ты тянешься к тому, что ты самое больше любишь. И то, что если провести с тобой время, ну, Бог это видит каждого из нас, там оно проходит. Там это время. О чем ты любишь помышлять? Когда ты на работе, когда на твоем, это говорит о том, что ты больше любишь. А за любовь человек вообще готов отдать все. Когда он что-то любит, он делает много, он делает большие шаги, чтобы это приобрести. Оно его полюбилось, его даже тяжело оторвать его от этого, когда он что-то полюбил. Вот почему человек, когда в нашей плоти есть такое состояние, люди рвутся к pleasures, то, что приятно. Pleasures – это удовольствие или наслаждение. И противоположная сторона – это, наверное, удовольствие, это боль. Никто не идет к тем друзьям, где не причинят ему боль. Он бежит от боли. Люди не идут на те места, где какая-то память была плоха, она причиняет мне боль. И он бежит от боли. Но также люди ищут то и приобретают то, что приносит им удовольствие, ему хорошо. Где там он, где он проводит время, о чем помышляет он и о чем идет. Но Слово Божие говорит нам, Луки, 10 глава, 27 стих. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Слово Божие говорит, что наша цель, как верующих людей, должна быть любовь к Богу. Как ты докажешь или как ты доказываешь сам в своей жизни любовь к Богу? Каждому из вас, наверное, задавали, как ты докажешь своей жене, например, да, то ее любишь. Хотя это чуть-чуть другое. Но как ты в своей жизни доказываешь, что ты любишь Богу? Мы знаем, что Иаков и Рахиль, он, доказывая ей, что он ее любит, 7 лет он служил, чтобы любить ее. Слово Божие говорит, что Господь возлюбил нас, когда мы еще были грешники. Он доказал нам так свою любовь. Он показал нам, что чтобы тебе получить прощение, мне нужно было прийти на эту землю и умереть за тебя. И это мое доказательство твоей любви. И человек, который приходит к Богу, когда рождение первой любви. Было ли у вас такой момент в жизни, когда вы были без ума Христа ради? Ты готов был все для Него отдать? Что в твоем checking account? Тебе ничего не было, казалось, для Бога тебе не тяжело. Ты читал Слово Божие не просто как, чтобы запомнить стих или просто, но ты читал, оно тебе... Это письмо, которое Слово Бог написал, оно тебе было приятно. Ты стремился к нему-то. Были ли такие времена в жизни? Может, кому-то даже вообще не было, и он думает, о чем ты говоришь, о этой первой любви? Откровение, когда мы читаем Откровение, 2 глава, 4 стих, здесь говорится о Ефесской церкви, нам знакомые слова. «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Но знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал грех. Ты знаешь, какое учение правильное и неправильное. Ты имеешь много теологии в твоем разуме. Ты знаешь хорошо Писание. Ты знаешь много стихов. Ты знаешь, что волк и не волк. Ты можешь сразу сказать, это, братья и сестры, не то учение. Это не Божие». Мы все это хорошо, бывает, понимаем и быстро рассуждаем. И ты испытал тех, которые называются апостолами, они не такие, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. Ты много переносил, трудности, удары приходили в твою жизнь, и ты имел терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Трудился сверх силы, по силам и сверх сил. Но имею про тебя, что ты оставил первую любовь твою. Как вы думаете, когда эта любовь должна быть первая любовь, которую они имели? Первая любовь, я думаю, она рождается, когда ты по-настоящему узнал, что за тебя умер Иисус Христос.
Ты знаешь, когда у тебя открывается твой разум и сердце, ты понимаешь, что я был во тьме, и за мои грехи я достоин был смерти. Но Он возлюбил меня, пришел на эту землю и умер за меня. И что мне, как я докажу эту свою любовь? И каждый может реагировать по-разному, да, как 10 прокаженных однажды пришли, где они даже не поблагодарили. Может быть, есть такие люди, даже он, как будто ему это обязанность была. Как вообще описать это какими-то словами, что Иисус сделал за меня? Я думаю, наверное, человек, который посадили в тюрьму на всю жизнь, искали вот такая дата, ты умрешь за твои наказания. Тебе грозит смерть. И если бы кто-то пришел бы и сказал бы, я стану на твое место, за тебя умру, чтобы ты был свободный, я думаю, каким нужно было быть человеком, чтобы не поблагодарить его, узнать о нем, кто он такой, что за меня, за такого негодного, которого предали на суд, он пошел на все. И тут рождается, когда это случается с апостолами, с апостолом Павлом, которому говорит, я был изверг. Когда он говорит, я не стал советоваться ни с плотью, ни с кровью. И сегодня задается нам вопрос, когда мы идем как церковь по нашей жизни, и это не в суд никому, это между тобою и Богом. Это не брату Сергею, это не брату служителям, это твое отношение с живым Богом. Потому что Коринфянам 2:9 говорит также такие стихи. 1 Коринфянам 2:9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим ему. Кому? Любящим ему. И поэтому, когда мы сегодня будем идти домой, когда мы идем по этой жизни, что ты любишь больше, Господа, в этой жизни? Что рассоединяет тебя и от Бога? Что, когда ты знаешь в пятницу служение, И ты можешь говорить это Богу. Бог знает, к примеру, твою причину, почему ты не можешь прийти. Но задается вопрос, если у тебя есть возможность, ты где-то проведешь это время. Где? Куда тебя тянет твое сердце? Ну, ладно, одну пропустил, другое. Как оно? Как на вечернее служение, если есть свободное время? Если говорить искренне, откровенно, как сердце сердцу, нету желания. А где желание тогда провести? А где оно проходится, это время, когда оно есть? Когда мы готовы отдать большие деньги на какие-то хобби из наши, тысячи, когда у нас есть какие-то отпуски, мы для себя, и Бог это не против этого, слава нашему Богу. Но когда не задается вопрос, а сколько я вообще Богу даю? Если мне тяжело, сколько, а Бог говорит, доброхотно дающего любит Бог. И когда мужи Божьи, примеры, которые мы имеем в Слове Божьем, они готовы были отдать все ради Господа Иисуса Христа. Для них была жизнь Христос, а смерть приобретение. Иисус однажды некогда сказал, это Иоанна 14:15, такие слова. Луки 14:15. I'm sorry, John, Иоанна 14:15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Если ты любишь меня, это не чувство. Соблюди мои заповеди. А исполнять заповеди – это делать дела. Матфея 15:8. «Приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня, языком сердца их далеко же отстоит от меня». Как я сегодня говорю Господу, я так тебя люблю, ты такой чудесный, но когда Бог говорит, у тебя такие планы великие там в пятницу, ты не можешь прийти и столько есть нужд молиться. Как на это Бог легко говорит, он сказал, чтут меня языком, такие красивые фразы говорят, такие красивые слова выходят. Но он говорит, в сердце, когда касается сердца, что-то сделать закрыто, далеко. И Иисус имеет замечательные вещи для церкви. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Чтобы церковь была одарована дарами духовными, нужно любить Господа. Это должно стать твоим целью, твоей ведению,
чтобы любить было спасение в Сиракузе, чтобы люди, которые идут в ад. Да, мы знаем, когда было время, во время Ноя 120 лет строился этот ковчег. 120 лет. Люди даже не видели близко того дождя. Но они были предупреждены. И ходили, может, смеялись с Ноя и всякое говорили, но они были предупреждены. 120 лет оно там строилось, эта махина здоровая, но пришел день. Почему они туда не вошли? Если бы они верили, что идет, будет этот потоп, они бы сами строили бы этот, помогали ковчег и сказали, Ной, удели мне здесь какую-то комнату, чтобы я тоже получил спасение. Не верили. Точно так же сегодня земля и все дела на ней сгорят. Финал, конец. Где этот ковчег? Церковь Божья. Ну а что если брат вышел на... сказать проповедь и задержался на 5 минут. И ему говорят, ну, брат, ты разве не знаешь, что когда нужно говорить благословение просить, чтобы, ну, покороче, ну, вот программа покороче. А Бог дал ему слово. Из всего слова, которое будет, к примеру, в тот день Бог вот избрал его и до молитвы сказать. И здесь будет разница между уже как бы религией и действием Духа Святого, когда человек уже лимитирует. Ну, прошли, вот, но 12 часов, нужно конец. А Бог кому-то еще имеет сказать какое-то, к примеру, слово. Любим ли его? Как мы пойдем проповедовать тот мир, если мы не любим Бога и не верим в ожидании Его, что однажды это случится? Как это может произойти? Если любите меня, соблюди мои заповеди. Прощение. Прощайте друг другу. Ну, тяжело простить, брат Сергей, ты не понимаешь, настолько насолили, настолько ударили. Хорошо. Слово Божие, Иисус говорит, что ты столько против меня нагрешил, что ты достоин был смерти. И я умер за тебя. И я простил тебя, и омыл тебя свою кровью. Неужели тебе так тяжело простить другого? Тебя даже бить не надо. Тебе не надо даже ничего, просто... Да, оно тяжело, да, оно это самое, но Иисус говорит, я столько тебе простил, я столько тебе сделал. Я всегда говорю, если это тебе не помогает в прощении, хоть даже, да, ты весь мир бы увидел, и ты бы был бы оправдан. Если между мужем и женой так тяжело простить, я не знаю, что тебе другое еще поможет простить. Заповеди, чтобы мы любили друг друга. Освящение наше. На основании Слова Божия, чтобы мы делали добро и эти все дела. И сегодня Господь напоминает нам и задает нам всем вопрос, когда мы пойдем отсюда, любишь ли ты меня? Какие у тебя планы? Какие у тебя цели? Ты много уделяешь себе время, ты много сделал для себя, ты не имеешь ничего недостатка, но у меня также есть нечто для тебя, воля, чтобы ты исполнял. Но желаешь ли ты или нет? И если искренне, откровенно смотреть, когда вот говорится по всем церквям среди недели нету народа, нету любви. Как по-другому сказать? Если бы горели бы или желали, ну куда бы мы еще и шли? Когда бы наша цель и ведение было бы Бог, спасение душ, чтобы Господи сделал, чтобы у нас были дары Духа Святого, это же нужно что-то сделать, чтобы выучиться где-то в университете на профессию доктора, нужно платить цену. Это серьезно, надо учить зубриди на nursing, то все это надо отложить время, это приложить надо старания, чтобы достичь к этому, что мы делаем. И мы много влагаем и делаем для себя. И сегодня нам звучит этот вопрос, любишь ли ты меня? И как будет месяц назад, как будет через месяц спустя, год назад? Будет ли все стухать, любовь стухать? Или кто-то скажет, Боже, а как ее возвратить? Что если любовь вот по-настоящему ушла? Слово Божие говорит, покайся, мы читали. Ты оставил свою покаяться. Нужно на что-то закрыть двери. Нужно прижать себя и сказать, Боже, вот я давал много места тому и сему и другому. И я хочу исполнять Твою волю. Я хочу вернуться. Покаяться и возобнови эту мне любовь. Вспомнить, когда ты однажды горел, и обновиться Его благодатью, Его любовью и Его милостью, которую Он для нас имеет. Да благословит нас всех Господь, чтобы мы, идя вперед, проверяли свое сердце, и чтобы мы, к нам возвратилась эта любовь, которую мы были без ума Христа,
ради. Потому что Бог имеет замечательные вещи для церкви своей. Но Он говорит, любишь ли ты меня, желаешь ли ты или нет. Если ты их не желаешь, конечно, ты не будешь стремиться. Если есть другие желания, то ты будешь туда их находить. И так пройдут годы, годы, годы и годы пройдет. И каждому из нас нужно пристать пред Богом. И опять же, это состояние каждого человека. Кто-то может поехать на Флориду, там его семья, океан, все так красиво, хорошо. Кому-то Бог скажет, едь в Watertown, ты так любишь там погоду, но я хочу, чтобы ты там помогал в церкви, а тебе так не хочется. Но вот почему Слово Божие также говорит, Луки 9:29, отвергни себя и следуй за мной. Отвергни. Это любовь Божия. Апостолу Павлу разве хотел, разве это было чувство, когда его били палками, плювали, побивали камнями, разве там какое-то было чувство, кроме боли и всего это? Вот почему многие, когда сеется семя, когда приходят трудности, то Слово Божие говорит, не имея корня в себе, они убегают. Пришло давление, гонение, испытание, что-то другое пришло, и они быстро-быстро рассев идет. Богу нужно как-то испытать, насколько любит Его церковь, насколько люди. Но все испытывается давление. Должно прийти давление, и тогда некоторые отпадают, некоторые начинают гореть. И когда же было сегодня сказано, если пришло бы какое-то бы сильное гонение на церковь, то мы бы там также по-другому испытались, и был бы этот просев. Поэтому да благословит нас всех Господь, и Он нас напоминает, любишь ли ты меня, тогда как ты это докажешь? Ищешь ли ты воли моей? Ищешь ли ты общения со мною? Да? Я сказал бы, Руфина, я тебя так люблю, но неделями меня вообще где-то нема. И когда я прибежал, 10 минут, ну сказали, ну такой простой пример, что человек любит, к тому он рвется, к тому он бежит, к тому он идет. Да благословит нас всех Господь. Почему апостольская церковь так горела и такое все происходило? Было огонь. Любовь была огонь. Слово Божие говорит, все продавали, все раздавали. Там было такое движение, что и это все двигало любовь Божия. Этот мир, как были они странники, пришельцы. Это для них была смерть, приобретение, а там жизнь вечная. Да поможет нам Господь, исследуя наше состояние, и сколько нам Бог даст еще жизни идти по этой жизни. Но Бог ждет, говорит, ищите лица моего, молимся. Слава тебе и хвала, Отец Небесный, Абба Отче. Аллилуйя. Скири бене геодос, аллилуйя, рамана лаудос, скири бенитере мене геодос. Alfaraudus kiri minitere mene geodus. Skira manala badalaudus kiri minitere mene geodus. Skira badala surala manala mene geodus. Ava oce.